Вітаю вас, пані і панове, шановні наші телеглядачі. Сьогодні у нас в студії депутат Сумської обласної ради Олександр Вікторович Кірій. Я вас вітаю. Привітайтесь. Добрий день. З нашою аудиторією. І хочу почати з того, що завершується рік 2020. І якщо не згадувати коронавірус, то головною подією цього року були місцеві вибори, які пройшли у нас в Україні 24 жовтня. І ми вже давно з вами домовлялися, Олександре Вікторовичу, якось підвести підсумки тих непростих виборів до місцевих рад на Конотопщині. І от нарешті сьогодні день настав, ми з вами напередодні Нового року, настрій гарний, є сподівання на те, що 21 рік буде до нас добрішим і, можливо, легшим, веселішим, ніж 2020. Отже, підсумки місцевих виборів, так би мовити, постскриптум. Ну і ще раз добрий день, вечір. Звісно, будемо сподіватися на те, що наступний рік буде краще. А якщо підводити ітоги, ну, я прежде всього хочу сказати спасибо, поблагодарить свой весь электорат, своих избирателей, которые, в общем-то, отдали свое предпочтение той партии, которую я представляю, оппозиционная платформа «За жизнь». Мы действительно достойно прошли эти выборчие перегоны. И мне как бы довелось, ну так случилось, что я стал депутатом областной рады. А в городском совете присутствие 8 человек, это депутатов, это, в общем-то, достойное, скажем, ну, достойное авторитетное представительство среди 38 депутатов. Поэтому еще раз спасибо всем своим избирателям. Ну, а в целом, конечно, обольщаться нечему, и есть моменты разочарования. Потому что на самом деле в выборах участвовало меньше, скажем, 30% населения. Ну, близько 20 тысяч выборцев. Из 64, если точнее, то участвовало 18 тысяч всего лишь. Это говорит о том, что ну, явка очень низкая. И что меня в этом разочаровывает, то, что народ разочарован. То есть люди не пошли на выборы. Людям уже все надоело, люди, скажем, не верят в какое-то будущее, не верят в эту саму систему. Справедливость. Да, справедливость выборов. Поэтому, допустим, то, что моя партия набрала 3000 голосов, в депутатский корпус областной рады там 4000 голосов, это, конечно же, очень мало. И, к сожалению, есть партии, которые попроходили и занимают место в депутатском корпусе, за которых проголосовало 1200 голосов, 1300 голосов. Ну вот представьте, 64 тысяч населения, а люди отдали предпочтение некоторым партиям по 1000, по 1200, по 1300 голосов. И депутаты зашли. Поэтому обращаюсь, конечно, к нашим депутатам, прошедшим на этих выборах и занявших свое место в депутатском корпусе, не разочаровывать тех людей, которые все-таки отдали за вас голоса. Потому что через 5 лет хотя бы сохранить то количество выборцев, да, это не результат, надо приумножить. Но, к сожалению, если будет так все продолжаться, то мы растеряем те голоса, которые были. И на самом деле это пугает. То есть люди потеряли веру. Знаете, Олександр Вікторович, спілкуючись з конотопцями після вже місцевих виборів, то більшість із них не дуже розуміють, як так могло статися, що вони голосували за одних кандидатів, а в дійсності в депутати прийшли зовсім інші, за кандидати, за яких 8 голосів, віддали 15 голосів, 22, якось так.
Ну, такое явление присутствует. Действительно, есть депутаты, которые заняли место в депутатских креслах, набравшие всего 20-30 голосов всего меньше. Лишь. Да, меньше. Маленькое, очень маленькое количество. Ну, во-первых, сама система выборов, да, она была, в общем-то, по спискам, да, и люди, которые в списке находились первыми, они могли как бы набрать очень маленькое количество голосов, да, а те, которые находились сзади, набрали там по 100, по 150, по 200, то есть достаточное количество голосов, но они не прошли по спискам, потому что сама партия набрала еле-еле 5%, и поэтому зашли первые, за которых не голосовали. Мало того, что еще есть, существует такое явление, когда людей просили написать заявление и уйти. Я знаю, что такое тоже в некоторых партиях присутствовало, и те уступали место кому-то, и тем, которые сзади. Конечно же, это неправильно. Но это же не викликає недовіру у виборців до депутатів. Ну, от люди депутатів. Этого не понимают. Ну, некоторые, когда разбираются и понимают, конечно, не разочаровываются. Ну, это присутствовало так. И еще как бы много людей голосовали не за личности, а голосовали за бренды партии. Ну, кому-то нравился БЮТ, кому-то нравится ПСЖ, кому-то нравится Свобода. И люди не смотрели на тот список, кто там представляет, что за люди, да, они просто отдавали голос за партию. Это тоже совсем, как бы, ну, скажем, вносило дискомфорт в реальность, как бы, в реальность присутствия данного человека в партии, в депутатском кресле, и потом занимаемая им позиция какая-то там, и... Ну, так ну, всі случилось. Ці обставини накладають дуже велику відповідальність на тих людей, які все ж таки попали в депутати, отримали посвідчення і вже провели на сьогоднішній день три сесії нової, знову обраної Конотопської міської ради восьмого скликання, так? Вот я и начал этот разговор с того, что ответственность должны чувствовать каждый депутат. И не растерять голоса тех людей, которые все-таки отдали предпочтение данной партии и данным людям. Поэтому об этом надо помнить и знать каждому депутату, работая 5 лет в общем-то, в Минской Раде. И если мы достойно пронесем свои обязательства перед людьми, и люди увидят результат, а мы все находимся там, чтобы люди увидели результат, то есть какое-то, в общем-то, развитие, чтобы люди увидели, а там во многом зависит от депутатского корпуса, тогда, конечно, нам поверят, и на следующих выборах, там, через 5 лет, в общем-то, наверное, будет все-таки больше присутствовать участников в выборах, и, в общем-то, Олександр Вікторович, я хочу трошки поправити вас, якщо ви дозволите. Ви на початку нашої розмови подякували своїм виборцям за те, що вони віддали голоси і партії, яку ви очолюєте в Конотопі, це ОПЗЖ, і які проголосували за вас, і завдяки цим голосам ви стали депутатом обласної ради. Але, мабуть, ви ж тепер депутат обласної ради від Конотопа, то, мабуть, треба якось подякувати взагалі всім виборцям, які все ж таки прийшли на ці вибори і дали можливість нам отримати якісь результати. І ви представляєте ж не тільки партію, і не тільки тих 3 чи 4 тисячі виборців, які проголосували за вас. Да, з нас очень з вами соглашаюсь, і дійсно відповідальність я це розумію. И у нас, кроме меня, в областную депутатскую раду совета прошла Татьяна Сезон, с чем я тоже поздравляю. И, конечно, на нас двоих лежит уже более важная миссия. Это, в общем-то, вопросы, проблемы Конотопа, которые мы должны будем выносить в областном совете и пытаться что-то как-то привлечь и инвесторов, привлечь и инвестиции, фонды всевозможные для того, чтобы эти деньги как-то поступали на наш местный бюджет. Поэтому как бы об этом тоже говорю и спасибо всем конотопчанам и говорю о том, что по Свободе 5 находится мой офис и моя депутатская приемная. То есть всегда буду рад помочь, чем смогу, конотопчанам, их
каких-то вопросах, которыми будут ко мне обращаться. Александр Викторович, теперь давайте трохи поговорим про політичну складову Конотопської міської ради. Ну, можливо, іншим разом ми поговоримо і про політичну складову Сумської обласної ради. Але от політична складова. Скільки партій зайшло в Конотопську міську раду? В партії в Конотопській міської раді зайшло 6 партій, які я, в принципі, і поздравляю всіх. В общем-то, партія «Свобода» набрала 11 мандатів, партія «ПСЖ» 8 мандатів, це найкрупніші представники в депутатському корпусі. «Слуги народу» 6, «За майбутнє» 5 і по 4 мандата взяла ЄС і БЮТ. Ну, я готов, і моя фракція готова сотрудничати зі всіма. А без разницы названий, какие носят партии, да? Есть люди, люди, которые проголосовали, и с ними мы будем считаться. И я не могу, как бы я любил или не любил «Свободу», я уважаю и буду уважать представителей «Свободы», и буду готов с ними сотрудничать. Тоже касается и «За майбутнє», также касается партии «БЮТ», ЕС, «Слуг народа». В общем-то, приглашаю, призываю всех к сотрудничеству. На благо нашего города. Потому что то, что, например, сейчас уже мы переходим так, к реальности. Так, мы переходим, да. Я уже сказала, что 3 сессии, и эти початкові сессии, ну, якось напряжно сприймаються. Ну, самое хорошее в том, что все-таки мы приняли бюджет. И приняли большинством голосов, практически все проголосовали. Однозначно, да. За это уже, скажем, хороший знак. Ну, поначалу первые две сессии были тяжелыми, ну, наверное, были. Не обрали секретаря. Не обрали секретаря. Но город остался на сегодняшний день, в общем, с одним керуючим справой. Это Любов Ивановна Дубовик, кстати, представитель моей партии. Ну, вот, которая в единственном лице сейчас и заступник, и мэр, и секретарь, и керуючий справой. Не в полном составе работает у нас исполнительный комитет. Но, в общем-то, все равно работа идет. И опять же, как бы есть определенные, в общем, наработки, согласованные наработки. Ну и, в общем-то, я боялся, что будет хуже. Но пока, в общем-то, основной бюджет принят, это хорошо. Склоки, которые были, они как-то так отошли на задний план. Секретаря не выбрали, это очень плохо. Почему? Потому что, ну, когда подходили вопросы, честно говоря, да, было много претендентов, багато. Да, и, в общем-то, это мне не совсем нравится, потому что вот каждая партия что-то хочет, какие-то представительства во власти, да, каких-то заступников, каких-то там секретарей, там, керующих справой, то есть, конечно, это, в общем, должности оплачиваемо. Естественно, очень много у нас в депутатском корпусе людей, ну, безработных. И это не совсем правильно, когда есть люди... бажання и, да, занять посаду. Есть бажання, но это нормально, то, что есть желание, но надо же выбирать и подходить к этому, в общем-то, с какой-то практической и объяснимой точки зрения. Почему? Потому что на посаду человек должен пройти достойный. Прежде всего, это должен быть профессионал. Квалификованный, да. Потому что просто так вот я хочу, так не бывает. Я хочу, это эксперименты, которые, может, у человека и получится, может, он хороший человек. Но экспериментировать нас нету права. Мы должны, да, и права, и времени. То есть человек должен занять посаду тот, который умеет и знает, что будет делать. То есть он должен быть профессионалом. У человека должна быть какая-то своя история. Причем незалежно от того, в какой партии он... 100%. Вот, и знаете, я всегда конотопчанам и говорил, что да, мы, к сожалению, что законодательство того требует, чтобы выборы проходили по партийным спискам, и мы волей-неволей каждый принадлежал какой-то партии. Но когда мы уже зашли в горсовет, когда мы заняли свои места, мы зашли во власть, то я обращаюсь опять всем. Надо забывать «Свободу», ОПСЖ, БЮТ, все остальное. Все надо забывать. Мы должны консолидированно работать на благо своих горожан, на благо нашего города. И никаких партийных лозунгов не употреблять. А это будет правильно.
І от зараз 24 января у нас будуть вибори міського голови. Міського голови, так. Да. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, то 7 претендентів. Ну, слава Богу, не 13. Це вже якби легше людям буде розібратися. От знаєте, у нас ще є таке явлення, як от в Україні в нашій, да? Управління ізвні. І коли в этот конотоп вмішуються ізвні, и рекомендуют, вот этого хотим, а этого не хотим. Вот будет так, мы это как бы поможем, мы пропиарим, мы проведем какую-то агитацию предвыборную, и все у нас получится. Ну, это, да, ну да, выборы не стоят денег для каждого. А вот заплатим, да. И человек в это верит, и он идет, да, меня там продвигают, у меня все получится. А, ну, человек поступает бессовестно. То есть, что, в общем-то, ведется на вот это все. Вот мы тебя распиарим и тебя раскручим. Ну, ты становишься, во-первых, марионеткой в чужих руках. Вот потом тобой манипулируют, тебе потом диктуют. И это есть на управление извне. То есть, чего бы не хотелось мне видеть таких явлений в нашем конотопе. Это должен быть выбор самостоятельный, осознанный, полная ответственность, полная... С ответственностью перед самим собой, прежде всего, и, естественно, перед людьми. И люди рискуют, ведутся, но они поступают бессовестно. Это такое мое мнение. А вот. Ну, посмотрим, как будет. Я желаю всем успехов. Я всем семерым желаю успехов. Ну, очень страшно. Честную предвыборчую кампанию. Да. Не очень страшно. Чтобы все было открыто и честно. Без фальши, без честно. Когда говорят, вот мы... Как розвиток розбудова міста, да? Розвиток, так. Да. Конотоп. Да. Ну, а за які средства? Да, я можу теж сказати розбудову. Ну ти даже скажи, як ти це будеш делать? Какие-то шаги, какие-то ступені, средства, в том числе. Які є сили у тебе к этому, твої личні сили, твої качества, человеческие, твої способности. І докажи это своей. Своим пройденным путем. Ведь у нас в каждого есть своя история. Каждый что-то как-то шел, да? Что-то делал. Успешно, неуспешно. Но это же надо людям показать. А просто сказать, я вот такой, у меня все получится, вперед, давайте за меня голосуем, потому что вот так кому-то хочется. И я так решил. Ну, это же потом может быть как фиаско, да? Провал полный. Может. Не дай бог. Поэтому еще раз... еще раз обращаюсь ко всем кандидатам в мэры. Подумайте еще раз, взвесьте свои силы, свои возможности, свои знания. Расскажите людям о себе побольше, чтобы мы хотя бы знали. Я знаю, за кого буду голосовать, я проголосую. Вот каждый человек, который придет на выборчий участок, он должен знать о каждом из вас. И чтобы это не было враньем. Пусть это будет правдой, обдумано, осознанно. Дякую, Олександре Вікторовичу. Ну, може, спочатку з вами наголосили, що ми напередодні Нового року. Мабуть, треба привітати тепер земляків, конотопців, побажати. Дорогі конотопчане, ну, я попробую это сделать. Конечно, праздник значимый. Это рубеж, это подведение итогов, это надежды и планы в будущее, это вера в будущее. Вот прежде всего, при всей сложности нашей жизни, не теряйте веру в будущее. Все равно, как бы ни было тяжело, но мы должны трудиться, мы должны надеяться, мы должны находить силы в себе для того, чтобы сделать жизнь лучше, прекраснее. Вот я вам этого желаю. Терпения, сил духовных, моральных, сил физических, надежд, не терять надежды, чтобы у вас все получалось, чтобы вы все стали благополучными, успешными. С Новым годом вас, дорогие мои конотопчане, от всей души желаю вам счастья, здоровья в ваших семьях, вашим близким. С праздником, с наступающим Новым годом.